конкурентоспособных, сильных. Короче, функция родная ютубовская, типа экспериментальная, показывает популярные моменты на ленте. Ну, в частности, популярный момент, лучший момент 4.26, а тут еще такое, то есть это популярность, то моменты видео, которые, которые более пользуются популярностью. Что все успешные люди вначале учились в большей степени. Ну и типа все. Наукам или более академическим. И внутри этих такая обычная шляпа. Игорь Коломойский родился 13 февраля 1963 года. Даже когда побили студентов, тоже это не было начало конца. Просто начало конца — это неадекватная реакция на происходившее событие. А он был неадекватным вообще?